И всем огромный привет, дорогие друзья, с вами Лаймстоун, и сегодня мы играем на таком офигительном сервере, как Skywars, и сегодня у нас будет очередная серия, в которой мы будем тратить деньги из кошелька. Да, я уверен, что это будет очень интересно, поэтому заранее прошу вас поставить лайк этой серии, вот так вот. Так, ну что, и в первом сундуке у нас оказывается всякий мусор, но, в принципе, есть топорик, это уже неплохо, и как всегда, сопутствуют лаги сервера. Спасибо, сервер, что ты иногда лагаешь. Хотя нет, ну тебя нафиг, ты зло, тварь, ненавижу тебя. Но с этим придется жить, и вот, например, в очередной раз лаги мешают мне добыть мои вещи. Отстаньте от меня, лаги. Так, замечательно, блин. Вообще, я играю вечером, и народ достаточно много, поэтому неудивительно, что лагает. Ну и фиг с ними, знаете ли, а то... Ну, это как-то ужасно, блин, играет много народу, все лагает, ничего не двигается, это отвратительно, но... Ну и зачем ты это делаешь? Ты меня не скинешь, это бесполезно, это безумие, понимаешь, что слишком далеко до края, слишком далеко. Перестань, брось эту затею, иначе родители забудут тебя и не будут тобой гордиться, все. Так, где мои вещи? А ну-ка верните мне мои полублоки, пожалуйста, и в тройном размере, коль вы их забрали. А то, ишь, как прифигели тут всякие некоторые, однако. Так, это сюда, ну, в общем-то, я все раскидал, что мне нужно по правильным местам. Так, неплохо бы добыть еще дерево, сделать себе заранее лук, потому что пока что это у меня единственное адекватное оружие. Ну, правда, топорик сам по себе неплохое оружие, потому что он все-таки зачарен на остроту, и это весьма хорошо. Так, давайте, добываем, добываем, вот так-то лучше. У нас есть достаточное количество елок. Так, этот пацан, видимо, окончательно сошел с ума, или что с ним не так, я не знаю, ребят. Он странный, ну и не будем его за это судить. Да хватит крафтить мне кнопки какие-то, блин, перестаньте, перестаньте сервера лагать. Нет, чувак, нет, вот просто нет, понимаешь, нет. Все, лук гораздо лучше, вот это уже тема. Так, я не знаю, как бороться с этими лагами, народ, потому что это Skywars, с этим надо только смириться. И давайте просто избавимся от этого парня. О, нет! Почему лаги ровно тогда, когда надо кидать снежок? Когда надо кидать снежок, всегда лаги. Абсолютно всегда, народ. Это просто какое-то проклятие. Я даже не знаю, как это назвать. Но я все равно скинул этого парня, и... Я просто хочу сейчас добраться до центра и... Блин, это... А, все понятно. Не успеваем добраться до центра, значит, сейчас будем тратить деньги на что-нибудь. Возможно, я куплю взрывающихся стрел. Стоп, там тиммеры, что ли? Все, ребят, вам точно пипец. Сейчас я поднакуплю себе, и все, вас просто уничтожу. Так, но сначала с этим парнем надо разобраться. Вот мы с тобой сейчас и поговорим по-мужски. Так, давай, верстак, перестань, вот, замечательно. Верстак меня послушал, это хороший верстак на самом деле. Так, вот таким вот образом мы все сейчас разделим, и у нас все будет хорошо. Замечательно, 60 штук полублоков у нас есть. Теперь надо двигаться примерно в его сторону, и все у нас будет хорошо. Только... А, там еще девушка есть. Погодите, у нас дофига еще игроков. Я уже думал, все, они друг друга попереубивали, и все, конец. Но нет, нет, игра продолжается. Умри! Yes, точное попадание. Что? Yes, все, он упал. Блин, опять лаги сервера, но... Он сам сглупил, пошел куда-то на рожон, и все, он погиб. И это, в общем-то, круто. Так, у парня алмазный меч уже, и он с кем-то в тиме. Весьма плохо, но с этим придется как-то жить и бороться. Попробуем, попробуем мы выбраться из всего этого нехорошего дела. Попробуем. Так, кто-то опять упал, судя по всему. О, боже, это девушка его доконала, что ли? Я не понимаю, она его убила? Боже мой, какая дерзкая девчонка. Вот это нифига себе. Нифига себе, скажу я вам. Так, и там еще один парень. В принципе, достаточно купить пару эндерперлов, телепортироваться к ней за спину и убить. Даже с моей броней и оружием. Ну и, в общем-то, давайте так и сделаем. Откроем себе шоп. Я же обещал, что будем тратить деньги сегодня. Я их поднакопил. Так что сегодня я могу себе позволить купить пару жемчугов. И даже золотое яблоко. Сколько оно стоит? 5 скайбаксов. Вообще довольно дорого. Ну и... Но больше ничего, наверное, ну, я не знаю, не знаю. Блин, хочется купить весь магазин, ну, там уже даже драка идет. Ну и понятно все с вами, ребятки. Вы подрались, вы молодцы, а я тпшусь к тебе за спину. Только не залагать, пожалуйста. Оп, фигачим по нем, фигачим, 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 давай, давай, давай. И я победил, да. Limestone has won on Skywars. В общем-то, да, это была неплохая победа. И давайте-ка совершим еще одну победную игру. Как-то я упал ровно в то место, где нет плит, это фигово. Так, тут у нас пустынная карта. Весьма неплохо, это одна из новых и... Честно говоря, одна из моих любимых карт, именно потому что она новая.
а не постирана ласка. И прошу это учесть, да. Так, спокойно, сундук. Сундук у нас неплохой, на самом деле, потому что, ну, в принципе, броня, нитки, уже кое-что. К тому же есть топор. Топор — это вообще всегда найс, потому что, ну, без топора, ну, что это такое? Даже блоков не собрать. А с топором это достаточно хорошо. Так, куда? Куда? Пошел вон! Зачем? Зачем ты это сделал? Ребят, никогда так не делайте. Вот серьезно, никогда не тпшьтесь к другому игроку с помощью эндерпёрлов на самом начале игры. Потому что, ну, в этом же нет смысла. Зачем он тпшнулся ко мне? Он что, не понимал, что я его убью? Или на что он надеялся? Он надеялся на то, что он убьет меня, заберет мои вещи и тут же на спавн всех раскидает? Или что? Он должен был просто тпшнуться на спавн и попробовать занять вещи до того, как все остальные туда придут. Но он как-то решил по-своему. Видимо, у него что-то заклинило в голове. Или я не понимаю чего-то. Ну и ладно. Так, давайте сделаем себе опять лук. Так, значит, раз, два, три. И вот он у нас уже появляется лук. Зашибись. Так, как всегда, все улетело. Ну и мне, в общем-то, пофиг. У меня получился лук, это хорошо. Так, тортик и печеньки у меня единственная еда. Весьма фигово, но, увы, придется как-то перебиваться печеньками. Так, вообще я могу себе купить опять эндерперлу, но пока что нет врагов, которые могут меня скинуть. Давайте побережем мои 5 скайбаксов на алмазный сет. Вот давайте прям вот сразу так сделаем. Побережем деньги на алмазный сет. Вот это будет действительно клево. Хотя у меня, по-моему, 100 скайбаксов, так что я могу себе позволить и то, и другое, но... Ну, давайте сделаем так. Также все-таки как-то более интересно, а то каждый раз покупать эндерперлу и просто тпшиться. Ну, разве это найс? Нет. Я считаю, что следует все-таки как-то давать шанс другим игрокам. Да, ведь это на самом деле неплохо. Так, я не буду скидывать эту девочку, потому что... Ну, не буду просто, потому что я боюсь, что не попаду, зря потрачу снаряды, да и вообще мне ее немножко жалко. Прыжок! Yes, знал, что допрыгнул. Знал, вот как знал. Так, этот парень меня немного смущает. Давайте-ка мы ему заделаем, так что он пока какое-то время не мог до меня добраться. Теперь лезем в шоп. Пожалуйста, побыстрее в шоп. Раз, два. А вот теперь поиграем в эту игру, парниша. Вот теперь поиграем в эту игру. Так, значит, начнем с тортика. Закусим, так сказать, перед боем. Перед боем важным в жизни. Встанем на shift, осмотримся. Так, где эта девчонка? Я хочу ее видеть немедленно. А вот теперь я, в принципе, попробую до нее дотянуться. Так. Yes. Yes, прямое попадание, убил ее. Убил. Так, теперь этот парниша. Пока он особо... Думаю, что он не знает, где я. Ну, пока не подозревает. Возможно. Возможно, его стоит убить, хотя... Что в конце, что в начале. Давайте просто ворвемся туда и... Хоп! Со спины зашел ты как царь. Оп, раскидал парня. Вот это действительно круто. Так, надеваем все, что есть. Уже почти фулл алмазный сет. Опа, давай вот так. Вот, действительно, почти фулл алмазный сет. И неплохо бы найти золотое яблочко. Но он тут уже все осмотрел. Правда, не взял кое-какие ценные вещи. Но, видимо, у него совсем не было времени на это. Так, ничего. Блин, реально, народ, вы просто посмотрите, что у меня с броней. Просто не хватает пол единички брони до полного сета. То есть я сейчас самый сильный игрок, возможно, за всю историю Skywars. Хотя я не знаю, может кто-нибудь собирал фулл алмазный сет, но для этого надо собрать еще ботинки. А насколько я знаю, на Skywars вообще алмазных ботинок так-то нету. Их просто не выдают простым смертным, да. Так, немножко боюсь, что не докину и прокакаю эту игру, поэтому давайте-ка попробуем аккуратно немножко достроиться на дистанцию уверенного попадания эндерперлой. Этот парень пока... Ну, он прекрасно понимает, что его ждет, разумеется. Удочка, блин, как же меня всегда радуют вот эти вот люди, которые пытаются отмахаться от меня удочкой. Вот это настолько развлекает, действительно, народ. Я строюсь к ним... Вот на такой вот базе из трех блоков, они отбиваются от меня удочкой. Вы представляете, какие странные? Вот я в него стреляю, а он пытается отбиться от меня удочкой и попадает в кактус. И опять лагает сервер, но... Ну и фиг с ним. Давайте-ка просто сделаем это. Хопа! Уверенное попадание. А, отлично. Вот мы и сделали этого парня. Так, но походу остался еще один. Что ж, зато у этого были эндерперлы. Ой, эндерперлы. У него были... Золотые яблочки. Это хорошо, не придется тратить деньги на них. Но я пока не буду их есть. Давайте возьмем пока просто тортик. И немножко его захаваем. Потому что не хочу я иметь урон, который получил от эндерперла. Пусть он восстановится. Так, а я пока гляну, где этот парень. Где же он может быть? Где он может быть? А я его пока не вижу. Его зовут Грейзи Бразерс. И где он? Видимо, он на противоположном абсолютно острове. Да, я вижу, там что-то шевелится, по-моему.
Ну, скорее всего. Так, давайте ТПшнемся, там мой тортик, в конце концов. Так что я смогу быстро отхаваться. Боже мой, как это было странно. Так, где... молодой человек, я вам не мешаю. Нет, с вами все в порядке. А здрасте, здрасте. Как ваши дела, как вас зовут? Как ваше имя? Расскажите нам что-нибудь. Куда вы убегаете? К Грейзи Бразерс, куда вы? Вернитесь. Я хочу поговорить с вами. Не бойтесь, не бойтесь. Я всего лишь хочу вас убить. Это разве так плохо? Почему все от меня убегают? Я что, такой страшный? Ну, почему? Зачем ты это делаешь? Я хотел говорить с тобой, дружить с тобой, а ты? Ты бросил меня ради нее! Что я несу? Совсем конченый. Ну и ладно. Так, есть ли у меня еще стрелы? А, у меня же их 22 штуки, по-моему, было на тот момент, когда я проверял свой инвентарь. И, в общем-то, парню пипец. С моими навыками стрельбы из лука, с 3 стрел я его уделываю, да. В общем-то, это была еще одна победная игра, да. На ней я купил алмазный сет, и это было на самом деле прикольно, да. Я спешу напомнить, что все эти сеты, вещи вы можете покупать самостоятельно. Любой игрок может купить себе сет. Любой, вот просто любой игрок может это сделать. Не VIP, не какой-либо там супер чувак. Это я вам говорю сразу, чтобы вы не думали, что я читерю или что-то такое. Да. Вы, каждый, можете это сделать. Они могли это сделать, админы могут это делать, простые игроки, VIP, все могут это делать. Но они это не сделали. Это сделал я и победил, поэтому. И у нас опять снежная карта. На самом деле, я бы сейчас зашел на другую, чтобы было больше разнообразия. Но мне кажется, что стоит все-таки сыграть на снежной карте, раз уж она нам попалась. Возможно, это какое-то, даже не знаю, предзнаменование моей третьей победы. Будет такой хит-трик у нас победный. К тому же, хочется попробовать новую тактику. Ну, какую-нибудь другую. Не ту, с помощью которой я победил в прошлый раз. Это будет занимательно. Да, я уверен. Так, в этот раз попалось нам больше стрел, и можно уже скрафтить кое-какие части брони. Это достаточно хорошо. Во-первых, можно скрафтить себе железный меч. Но я, наверное, куплю алмазный меч. Вот и все. Вот и вся малина. Так, а пока... Хотя давайте просто тпшнемся на спавн. Я думаю, это будет даже логичней. Куплю эндерперлу и на спавн, пока там никого нет, и все будет у нас хорошо и просто. Так, шоп, пожалуйста. И чем быстрее, тем лучше. Значит, так, эндерперл мне, пожалуйста, 2 штуки. И заверните с собой. Так, значит. Прямым попаданием должен я попасть. Хоп, yes. Замечательно, долетел. Так, врагов пока поблизости немного. Не видно тех, кто может ко мне тпшиться. Так, сразу золотое яблоко. Захаваю. Срочно. Что это? Мне показалось, будто ко мне кто-то тпшится. Странно. А, нет, она закидывает меня яйцами. Ну, это, в общем-то, мне не повредит. Так, ладно, собираем немного снарядов. Осматриваемся. Собираем еще вещи, еду, снаряды. Пока что я ничего не покупал, поэтому пока стоит опасаться других игроков. Ну а что, если бы я все купил сразу, то какой смысл? Я бы никого не боялся, это была бы, ну, просто изи-катка. Ну, разве это интересно? Я думаю, что не очень. Хотя можно будет как-то устроить такую серию. Прям в начале купить себе просто все, когда я поднакоплю действительно очень много денег. Хотя и сейчас могу это, в принципе, сделать. Но так или иначе, можно будет купить себе абсолютно все и потом просто всех разносить подчистую. Вот просто одним движением руки. Это будет круто. Так, я хочу на самом деле динамит. Зачем динамит? Хочу тут все взорвать. Но пока его не видно и... Блин, тут сплошная лава. Но лавой заливать... Ну какой смысл? Ну это разве весело? Ну ладно, давайте лавой зальем, так и быть. Ай, наш супер спавн ценных ресурсов, наш центр добра и позитива, мы заливаем его лавой. Вот таким вот образом. Собственно говоря, так, давайте кому-нибудь тпшнемся, пока меня лавой не залило самого. В общем, я опять что-то прокашлял. Так, yes, тпшн. Нет, не лаги, спокойно. Только не лаги, ради бога, только не лаги. Пошел отсюда. Yes, удел парня, удел. Так, у него был алмазный меч. Спокойно. Так, хорошо, я его раздел. Мне понадобится сейчас снова лук. Так, в принципе, можно его купить, но можно и сделать своими руками. Давайте-ка мы этим и займемся. Так, как у нас по врагам? Врагов пока особо не видно, и алмазный меч упал. Ну и ладно, мы его купим. Так, блин, боже мой, опять эти лаги стрёмные, меня это напрягает. Ну и фиг с ними. Разберемся мы с этими лагами еще. Так, верните доски, пожалуйста. Доски на базу, немедленно. Так, верстачок. Отдайте верстак, упыри. Отдай, мой верстак. Отдай. Все, замечательно. Забрал верстак, ставим его, и у нас осталось еще, сколько, 3 соперника. Ну, это, в общем-то, детский сад, я их уделаю в легкую. Так, главное только взять меч и
паутинку. Вот тогда все будет шикарно. В принципе, сейчас можно купить взрывчатые снаряды, чтобы как можно скорее разделаться с врагами. И это будет тоже достаточно хорошо. Для меня, разумеется, не для них. Так, замечательно. Крафтим лук. Лук, пожалуйста. Вот, лук у меня скрафтился. И теперь у меня из оружия и брони, ну, в общем-то, то, что на мне, на самом деле, это не лучший сет, разумеется. Ну и фиг с ним, нормально, справимся. Справимся с этим. Так, фигачим по парню, фигачим по нем. Он пока даже не понимает, что, где, как это происходит, почему я такой странный. Да не ты такой странный, просто я хорошо стреляю, и давайте-ка мы тпшнемся просто к нему. Я надеюсь, лаги меня там не убьют, хотя, знаете, лучше перестраховаться. Вот просто перестрахуемся немножко совсем. А, возьму-ка я... Яблочко или сетик? Не знаю, что брать. Народ, подскажите, что брать? Напишите срочно прямо сейчас в комментах, что брать? Сетик или меч, или что вообще? Я в панике. Я боюсь этого парня, он же безумен. Вы посмотрите, как он дергается. Я боюсь, что он у меня убьет. У него есть наверняка телекинез или лазерные глаза. Я боюсь. Правда. Нет, ладно, я наврал. Так, ладно, хорошо, давайте, давайте уже что-нибудь купим. Я просто реально не знаю, что купить. У меня абсолютная власть, и я не знаю, что покупать. Ну, давайте купим взрывающуюся стрелу. Стрелу для взрывов наших врагов, точнее их пуканов. Так, я не понимаю, стрела. Да уйдите вы, господи, эта палка, этот... меня они так задолбали, блин, эти палки всякие. Так, лопаты какие-то тут, что это вообще такое? Этих блоков не существует, в Майнкрафте их денатурализовали. Что я сказал? Да, хотел их сжечь, типа, да? Ладно, фиг с ними. Давайте все-таки... Блин, я не могу. Он то бегает, то уходит, то туда, то сюда. Он сам упал. Я думал, то ли тпшнуться к нему, то ли застрелить, а он сам упал. Да за... за что? За что все так странно? Почему? Я не хотел так... Ну и фиг с ним. Ладно, все, давайте купим себе последние ресурсы, так и быть. Ну, что попробовать? Может, сингулярность долбануть по нем? Сингулярность, это, конечно, неплохо. Ну и 5 скайбаксов. Давайте, долбанем. В принципе, он там нуб, такой, знаете, маленький нуб. И мы по нем сейчас долбанем сингулярностью. Так, тпшусь. Товарищ, это вам посылка из рая. Или из ада, пока не определились. Господи, где он? Он разлетелся на куски. Да, я его убил сингулярностью, а сам выжил благодаря водичке. Спасибо тебе, родная. Так, остался последний враг, и он вон там. Та-да-та-дам. Та-да-та, блин, я ужасно пою, но и ладно. Так, главное сбить его. Сбить его одним метким выстрелом, и я победил. И, ну, почти я победил. Он немножко погорит, и все с ним будет хорошо. Так, осталось только скушать яблочко. ТП-шнуться к нему, конечно же, и убить. Вот и все. Вот и весь хитрый план. А ну-ка, здрасте! Ты меня не ждал, товарищ? Ты меня явно не ждал. Он меня сейчас убьет! Он убьет меня, ребят! Черт, он убил меня сквозь лаги. Вот это отстой на самом деле. Ну и ладно, в общем-то, все равно мы хорошо повеселились. Да, я знаю, что этот парень меня в конце убил. Но, блин, ребят, против лагов не попрешь. И он, судя по всему, он убил меня даже по золотым бы яблокам, потому что, ну, таких лагов, уж извините меня. Но вот просто не натерпишься. Вот я серьезно говорю, таких лагов не натерпишься. Но все равно, я говорю вам, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, зовите друзей, оставляйте комментарии. А также не забудьте подписаться на канал. Я считаю, что сегодня была очень клевая серия. Всем удачи и пока-пока-пока.